наши поклонники волейбола. Через несколько минут в Нижневартовске начнется матч Югра Самотлор Кузбасс. Это 22-й тур российской борьбы Суперлиги. Так, хорошо. Пакшин принимал. Кречетов, Яковлев, Костров, Багрей, Радченко. Смягчили его. Кречетов, Голубев, Аспарухов, Радченко, Никель. Голубев тащит. Сразу длинная такая атака. И в блок аут делает сейчас Яковлев. Аспарухов, Кречетов, Пакшин забивает. Так, Никель. Костров. Костров, мощнейшая подача. Аспарухов ведь принимает. Кречетов, Аспарухов тройной на него идет. Доигровка у Кузбасса. Так, смягчили как могли. Ну и Радченко. Никель справился. Касса не добивает со второй попытки. Яковлева заблокировали. Кречетов. Второй раз не проходит он. Эллис. Доигровка. Закрыли Мелиса. Он, конечно, один из лучших бомбардиров, но, наверное, нет у него таких полномочий. Яковлев без сопротивления сейчас забивает. Костров. Никель. Есть. Пакшин. Аспарухов. Ну и вот имеем, что умеем. Взял второго сета. И еще один эсет Костадинова. 25-13. Мелис принимал. Багрей. Радченко. Ну и пайпом Пакшин прикладывается. 3-0. Радченко. Аспарухов принимал. Мелис. Багрей. Мелецкий. В общем, и ошибается достаточно нередко. 131 собственная ошибка у Пакшина. Костров продирается сейчас. Мелицкий, Багрей. Посылает Каслик мяч в защите, но доигровка у соперника. Накинул сейчас мяко. Мелицкий, Багрей. Костров. Страхует его Мелицкий. Багрей. Радченко. Но сейчас не успели. Лобызенко и Аспарухов стянуться сюда в четвертую зону. Может, неплохо. Высоко взмыл мяч после приема Голубева. Аспарухов не стал атаковать. Радченко. И доигровка будет. Ну, на одного же шел. Мелицкий тут атаковал. Голубев. Аспарухов. Нет. Пятка. Вновь же Сашу закрыли. Кулыгин забивает первым темпом. Дает Мелецкий. Пакшин принимал, достал там. Петкович, ну и Кулагин вторую атаку подряд реализует. 19-20, 18 матчей за сборную России у Маркина. Вот сейчас он принимал, не сказать, что удачно. Скинет сейчас просто мяч. Ну, нужно решать эпизод. Никель. У нас неплохо. Кречетов. Маркин забивает. Яковлев, болельщики включились, это приуныли они. Уф, Маркина чуть не вынес площадку. Аспарухова закрываем, ну еще раз сейчас Яковлева. Да, ребята, вот это да! 25-23 берет Самотлор партию. Перевернулась игра. Мелис принимал подачу Яковлева.
Милецкий. Хотели провести матч, начинающий в середине второй партии. Выпустил там Сергей Троцкий поиграть вторую пару. Сейчас пока в начале третьего сета у Троцкого полный комплект. У Песковского уже одного нет. Кассель. Милецкий. Не в темп была передача. Скидывал уже Спакшин. Пытался также Ираченко поступить. Так, слечили блоком. Костров добежал. Милецкий блок-аут. Как же он принимал? Кречетов. Мелис. Достал в игре, достал. Мелис пасует. Костров. Еще раз Костров. Тут не было касания блокирующих. Вот. Сетка смягчила эту подачу. И пайпом играет Милецкий. Ух, Пакшин как. Мелис. Багрей. Радченко достанет у Черейский. Кречетов. Пакшин. А-а. Черейский вновь тут страхует партнеров. Багрей. Мелис. Радченко. Кречетов. Яковлев. Тройной блок он ушел. Яковлев просто в линию обыграл сейчас блок. Голубев, Кречетов. Кассель заблокировал Лобызенко. Сейчас хорошо сыграл. Костров принимал. Вот Милецкий сейчас обыграл. Милецкий мягко накидывал. Через генерал справился. Ну вот сейчас Яковлев. Ох, какая подача у Касселя. Ну, обработает здесь Яковлев. Тройной. Закрывают Яковлева. Аспарухов. Аспарухову не успели блок поставить. Милис. Лугин. Хорошо. Достанет Яковлев. Атаки не будет. Нужно сейчас Никин. Да! По-другому подал. Дотянулся Голубев. Да! Выбитый прием. Мы закрыли сейчас Спарухова. Ну! Сутин принимал Никин. Достанет Пакшин, Кречетов, Спарухов. Мяч в аут, наверное, уходил. Толок. Маркин принимал, Кречетов. Толок. Милецкий. 22-24. Так, ну можно посмотреть, да. В принципе, ничего Песковский уже не потеряет. Ну что, спасибо Самотлову за то, что он смог организовать эту погоню. Держал интригу до последнего. Парухов и Черейский. Сучин, Багрей. Сучин, тело там. Спарухову. Еще раз. Не прошел сквозь блок. Ну и с третьей попытки забивает. Сютин подавал, Спарухов принимает. Яковлев. Костров. Багрей. Никин. Есть. Грей. Никель. Мелис. Погрей. Мелис. Погрей. Костро. Никель. Пакшин там принимал.
опытный, 28 лет ему, из нового начала этого сезона пришел. Кассель. Милицкий. Багрей. Милицкий. Есть, забивает. Не стал рисковать. Не уверен, на высокий матч Лобызенко играет. Ну и все, вот этой такой странной, непонятной атакой заканчивает Кузбасс этот мяч. 3-1. Ну что, спасибо Суматвору за игру. Были сегодня шансы, к сожалению, не удалось их реализовать. 3-1 побеждает Кузбасс.